новый выпуск шоу сегодня вечером, который выйдет в эфир 12 января, был посвящен композитору Игорю Николаеву. За пару дней до своего 50-летнего дня рождения музыкант собрал на творческом вечере коллег и друзей. Так, в студии программы, ведущими которой являются Максим Галкин и Юлия Меньшова, появились Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, супруга Николаева Юлия Проскурякова, Екатерина Рождественская, Валерий Леонтьев и другие. Пришла поддержать друга и Алла Пугачева, которая нечасто принимает участие в съемках различных телепередач. Примадонна появилась в студии, крепко держа за руку Игоря Николаева. Для участия в творческом вечере Алла Борисовна выбрала брючный костюм и темные полусапоги на небольшом каблуке. Затем Николаев опубликовал целую серию снимков, на которых запечатлены его друзья и коллеги. Причем на большинстве фото звездные гости поют, держа в руках микрофоны, а сам Игорь сидит за роялем, вероятнее всего аккомпанируя приглашенным артистам. Стоит отметить, что появление Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой в одной программе вызвало небывалый ажиотаж среди интернет-пользователей. Даже волнительно немного. Ирина Александровна и Алла Борисовна редко пересекались, даже на сборных концертах. Непривычно видеть их рядом. Кстати, редкий кадр, когда Примадонна и императрица российской эстрады вместе на одной, так сказать, сцене. Спасибо. Буду смотреть. Я тоже в первый раз вижу Аллегрову и Пугачеву вместе, пишут подписчики Игоря Николаева. Кстати, слухи о конфликте между Аллой Пугачевой и Ириной Аллегровой ходили довольно давно. В ряде СМИ то и дело сообщалось, что якобы артистки не слишком тепло друг к другу относятся и постоянно конкурируют. Однако на опубликованном Николаевым фото певицы очень тепло общаются друг с другом и даже улыбаются. К слову, сами артистки не раз заявляли, что никакого соперничества между ними нет. Когда мне начинали задавать вопросы по поводу какого-то соперничества, отшучивалась, говоря, что мне интересно быть первой после Аллы Борисовны, которая давно вне конкуренции, отмечала в недавнем интервью Ирина Аллегрова. Дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр. Давайте поблагодарим любимых артистов в комментариях под видео, ведь они столько сделали для нашего хорошего настроения.